Maruti International представляет фильм «Родная кровь». В ролях Анил Капур, Каришма Капур, Шилпа Шетти, мастер Джибран Хан и Амриш Пури. Композитор Санджив Даршан, продюсеры Индра Кумар и Ашок Тхакерия, режиссер Индра Кумар. Туда. Где-то здесь спрятались. Убью обоих. Ни жить, ни отцу, ни сыну. Ищите. Малик, посмотри там. Thank you.
Новенький, его только сегодня взяли на работу. Похоже, трудолюбивый и бедный. Посмотри, сынок, здесь будешь жить. Спасибо. खिलौना बन जाऊं मैं थाम के हाथ मेरे संग चलता है तू जब कभी ऐसा लगता है साथ चल रही है मेरी जिंदगी तू हंसता रहे जिंदगी भर तुझे लग जाए मेरी उम्र तू हंसता रहे जिंदगी भर तुझे लग जाए मेरी उम्र रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या पापा क्या बोला तो ты сказал Ну-ка, еще раз повтори, сынок. Папа? Папа? Сестра! Сестра! Иди сюда! Сейчас приду, подожди минутку. Яриджи! Яриджи! Что случилось? Сюда! Идите сюда! Что такое? Малыш назвал меня папой. Матушка, сынок мне сегодня сказал папа. Ну и что? Ребенок когда-то должен заговорить. А ты? Слушай, я хотел сказать... Когда ребенок начинает говорить, то первое слово бывает «мама». А этот малыш сказал «папа». Почему? Да потому что он засыпает на его плече и просыпается на его груди. Он не папа, а его мама. Да хранит их Всевышний. Пусть никто не разлучит их. Малыш, не хочешь сыграть в мяч с бабулей? Новый мячик с бабушкой. Ну, иди ко мне. Иди же. Здравствуйте, сестра. Да благословит тебя Всевышний. Сегодня ты что-то задержался. Погода ужасная, поэтому опоздал. Коран? Коран. Матушка, в чем дело? Вы чем-то встревожены? Я что-то не пойму. Обычно дети в его возрасте бегают, играют. А твой малыш даже не стоит на ножках.
О чем вы говорите? Мой сынок здоров. Ну-ка, малыш. Встань на ножки. Иди ко мне. Ну, иди. Иди. Сынок, милый, иди к папе. Ну, иди, иди к папе, милый мой, иди к папе. Яри, сестра. Мистер Сурадж, возьмите ребенка. Доктор, мой ребенок здоров. Вы сказали, что ребенок родился прежде срока. Да. В таких случаях ребенок часто рождается с физическими недостатками у вашего сына. Он тоже есть. Какой недостаток? Кости на его ногах полностью не окрепли, поэтому ваш ребенок никогда не сможет ходить. Этого не может быть. Мой сынок совершенно здоров. У него нет недостатка, доктор. Он в порядке. Я понимаю вашу тревогу, но придется смириться с тем, что ваш сын всю жизнь будет инвалидом. Доктор, Всевышний не сделает такого с малышом. Мой ребенок будет ходить и бегать, как все дети. Это невозможно, мистер Сурадж. Доктор, не все зависит от науки. Сила, которая двигает миром, поможет и моему малышу. Мой сын будет ходить. Не только ходить. Он будет бегать, доктор. Быстро бегать, как все. तेरे प्यार होठों से तूने जब नाम मेरा लिया जब पुकारूंगा प्यार से मैं तू आएगा दौड़ के जी रहा हूं मैं तेरी खातिर ये दुनिया को छोड़ के तेरे कदमों में रख दूं जहां हाँ तुझ में बसी है मेरी जान तेरे कदमों में रख दूं जहां हाँ तुझ में बसी है मेरी जान रिश्ता मेरा एक डोर है जो कोई तोड़ेगा क्या मासूम सा चेहरा तेरा माने न माने कोई दिल है मेरा रिश्ता तेरा रिश्ता मेरा иди сюда ко мне ты можешь ходить не бойся смелее сынок Смелее, иди ко мне, иди. Смелее, сыночек. Ну, иди сюда. Молодец. Молодец, дорогой ты мой. Родители, займите свои места, соревнования начинаются. Сэр, этот хромой тоже побежит? Замолчи, это приказ директора.
Бежать-то надо далеко. И если эта хромоножка пробежит хоть немного, и то хорошо. А ребенок прав. Мистер Сураш, вы совершаете большую ошибку. Ваш сын может ходить, и это уже большое достижение. А сейчас вы совершаете над ним насилие, заставляя его бежать. Вы знаете, какой может быть результат? Мальчик не сможет даже ходить. Не заставляйте его бегать. Прошу вас. Господин доктор, мой сын побежит и придет первым. Сынок, ты побежишь, не так ли? Да, папа, я побегу и выиграю. Желаю успеха. На старт! Марш! Все можешь, Каран! Беги! Вперед, Каран! Вперед, мой мальчик! Вперед! Сегодня мы стали свидетелями чуда, которое является также и уроком для нас. Чудо — это то, что соревнование выиграл мальчик, который не мог ходить. А урок заключается в том, что если у вас очень большое желание победить и сильная воля, то нет в этом мире силы, которая помешает вам. Я поздравляю Карана с большим успехом и приглашаю его на сцену. Прошу, Каран, выходи сюда. Каран, сынок, вот твой приз. Поздравляю. Спасибо, сэр. Мы все гордимся тобой. Сэр, я очень хочу кое-что сказать. Конечно, говори. Давай. Мы каждый день читаем в книжках, что Всевышний создал этот мир. Он повелевает миром, и ничто не происходит без его воли. Сегодня я выиграл этот кубок. И это не столько воли Всевышнего, сколько результат труда моего папы. Это верно, что я родился по воле Всевышнего, но папа подарил мне жизнь. И вот что бы мне хотелось сказать.
Я люблю тебя, папа. Я очень тебя люблю. Очень-очень. मेरे भगवान तुम पापा Риджи, куда вы меня ведете? Подожди, сейчас скажу. Ну-ка, взгляни! Папочка, спасибо. Он тебе нравится? Очень. Поедешь? Да. Ну давай, садись. Готов? Так, поехали. Молодец, Каран. Вот так крути педали, крути. Крути, крути. Сейчас я поверну. Сынок, ты... Папа, я сам поеду. Упадешь, сынок? Пожалуйста, оставь меня, я поеду сам. Сам. Сам поедешь. Хорошо, осторожно, осторожно, смотри, не... Не мешай ему, друг, пусть он едет. Пойдем. Лепешки, горячие лепешки с кешью. Лепешки, горячие лепешки с кешью. Стоп, стоп. Горячие лепешки. Горячие? Что это такое? Кто это? Издеваются над бедной женщиной. Отпустите меня. Слезай. Да что же это такое? Мне больно. Ты меня ударил? Что же это такое? Издеваются над бедной женщиной. Ты что, слепой, не видишь, куда едешь? Наехал на меня сейчас, я тебе покажу. Стой! Стой! Держите его! Держите! Я тебе покажу, догоню! Извините! Извините! Я тебя догоню! Паршивец! Получай! Извините, дядя! Да ладно! А ты беги! Ах ты, щенок! Сейчас догоню тебя! Я тебя сейчас палкой! Сейчас ты у меня получишь, вот! Ага! Попался! А ну-ка, подойди поближе! Иди сюда ко мне! Поближе! Получишь палкой! Не надо меня бить, тетя! Ах, тетя? Какая я тебе тетя? Такое сделал со мной и смеешь меня называть тетей! Смотрите! Что смотреть? Кого смотреть? Я тебе покажу! Ты у меня получишь! Что это? Что это такое? Это ты? Ах, ты негодяй! Что случилось? Негодник, помогите же кто-нибудь! Минутку, минутку! Прочь! Не трогай! Не лапай меня! Постой, постой! Зачем меня-то бьешь? Не бей! Прекрати! Ну я же хочу тебе помочь! Минутку! Так сними же скорее! Минутку, минутку, подожди! Как же она застряла? Пожалуйста, снимите! Помогите! Она не снимается! Айдахи, морги, бежи!
уж извини. За что? Лучше пойдем ко мне. Пойдем. Что случилось? Ты работаешь в электрической компании? А что? До меня дотронулся, и меня словно током ударило. Неужели? Клянусь. Папа! Ты еще папу будешь звать? Так это он тебя назвал папой? Да, меня. Так это твое чадо? Чадо? Ну, сын, господи, это твой сын? Да, это мой сын. Твой? Значит, твой сын побил меня? Твой сын побил меня? Что случилось? Почему ты плачешь? Это не я, это мое сердце плачет. Кто мне вернет кувшины лепешки? Все из-за этой проклятой машины. Какая машина? Что своровали? Она плачет о моем кувшине, разбила его. А лепешки рассыпала. Только вчера из деревни приехала молодая, горячая. Кто-то ей понравился и, наверное, обидел. Вот и плачет на всю округу. Хорошо, я попрошу ее рассказать, как все было. Попроси. Расскажи, дочка, как все было? Как все было? Да так. Этот мальчишка на велосипеде наехал на меня. Потом мужчина помог мне вытащить голову из кувшина. Как только увидела его, мое сердце разбилось. И вдруг слышу, мальчишка кричит: «Папа! Как мне теперь жить? Знаешь, у него есть жена? Чтоб ей пусто было! Этой жене! Что мне теперь делать? Как жить? Боже мой! Сердце разбито!» Ты что, с ума сошла? Чего плачешь? У него нет жены. Она умерла. Умерла? Откуда ты знаешь? Знаю, не сомневайся. А он очень хороший. Послушай, сегодня будем праздновать карвачет. Вся деревня соберется, и он со всеми будет праздновать. Ты тоже приходи. Ну все, я пошла. Как хорошо. Обязательно приду. Обязательно. У меня есть приворотное зелье. Дай ему одну таблетку. Увидишь, как она действует. Что это за таблетки, дядя? Только одну дашь, и в ваших сердцах вспыхнет огонь любви. Вот здорово. А если все таблетки? Тогда берегись. Своей страстью сожжёшь весь мир. Дядя, придумай что-нибудь. Кто мне сутки стоять здесь наряженным истуканом? Он не отходит от своего сына. Не волнуйся, я сейчас все улажу, подожди. Дети, кто хочет покататься на качелях-каруселях? Дядя, покатай всех. А ты не мешкай, действуй, пока я катаю сына на качелях. Спасибо тебе, дядя. Ты пьешь таблетки? Таблетки? Да, они мне очень нравятся. Ну как, попробуешь? Попробуешь? Ты их так хвалишь, что и я не откажусь. Хорошо. Ты здесь подожди меня. Я сейчас бегаю за ними. Всевышний услышал мои молитвы. Он будет моим. А где взять щербет? Продавец, дай мне щербета. Куда же он пошел? Эй, Сурадж! Сурадж! Сурадж, ты куда? А я тебе щербет принесла. Ну-ка, выпей. Это щербет с арахисом. Пей, милок, пей. Тебе очень понравится. Пей. Что? Выпей, выпей, тебе понравится. Вкусный, не бойся. Давай, 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 пей, пей. Ну как, хороший?
Кажется, таблетка действует. Смотрит на меня. Он идет ко мне. Ну иди, иди, милок, ко мне иди. Давай поцелуемся. Куда это он делся? Эй, стой! Погоди! Сурадж! Сурадж! А как же таблетки? Сурадж! Сурадж! Почему ты убежал? Боже мой! Куда же ты убежал? Куда это ты забрался? А ну-ка, слезай! Нет, не слезу. Ах так? Не слезешь? Побью тебя! Бей! Бей, бей! Милок, что это взбрело тебе в голову? Испугался? Иди ко мне, милый, иди! Отстань от него! Сейчас ты ему не нужна, лучше выпей и признайся ему в любви. И что, поможет? Да, признайся ему. Может, тебе нравится? А как признаться? Да так! Выпить? चिकनी बता दे क्या है ये घोटाला भेजे से टूटा दिल का कनेक्शन भेजे से टूटा दिल का कनेक्शन आज फिसल रहा है अपन साला लफड़ा ना कर रानी ऐसे ना बन श्यानी चुनरी संभाल तेरी दुनिया से डर रानी बोल रही है कायकू आई लव यू क्या मांगता है तू ही तू आंखों को
Виджанти, скажи мне честно, чем ты вчера напоила меня? Скажи всю правду. Я дала тебе таблетки и щербетом. Думала, они помогут нам в любви. И не стыдно тебе заниматься такими делами? Ну и что ты стоишь, раскрыв рот? Выметайся отсюда! Вон! Не кричи на меня! Я бы так не сделала, если бы мать Карана была жива! Хозяин, что-то случилось с Камаль, она не в себе! Минутку, Яшпальджи. Раны на теле заживут, но ее сердечная рана неизлечима. Доктор, чем я могу помочь ей? Я переехал в другой город, в другой дом, и все это только для того, чтобы она забыла о происшедшем. Но Яшпальджи, от того, что она сменит дом, ее рана на сердце не заживет. Она потеряла ребенка, и желание возвратить его будет крепнуть с каждым днем. Больше того, это может стать причиной ее смерти. Поэтому постарайтесь вернуть ей сына, иначе будет беда. Я вас предупредил. Я сочувствую вам, Яшпальджи, но в такой огромной стране найти вашего зятя... Какой он мне зять, он вор! Украл ребенка у моей дочери! Да, это так. Но нам нужно время, чтобы узнать, где он сейчас, в каком городе, в какой деревне. Но вы не волнуйтесь. Мы поймаем его.
Сэр, я вас не понимаю. Почему вы обратились за помощью в полицию, чтобы найти ребенка, которого хотели убить сразу же после рождения, и которого даже не пытались найти в течение 7 лет? Что поделаешь, нужда заставила, Мадеш. Если бы нам удалось убить ребенка в больнице сразу после родов, то сейчас не было бы никакой проблемы, но моя дочь не оставила мне выбора. Я должен любой ценой вернуть ребенка, чтобы сохранить ей жизнь. И я найду его. Молодец, Каран. Как следует проучил его. Аджу, смотри, идет очкарик. Я одним ударом попаду в его очки, смотри. Отсюда! Ну да. Не сможешь. Спори на шоколадку. Идет. Канти, что случилось? Кто-то мечом ударил. Это ты кинул мяч в моего друга? Отстань. А если бы попал в глаз? Подумаешь, когда бы очки не понадобились. Замолчи. Ты что, белины объелся? Что, твой папа меня накормил? Как ты посмел унизить моего папу? А что, твой папа крутой? Ты меня ударил, что ли? Ты что? Сейчас получишь еще. Посмотри вниз. А теперь вверх. Ну как, понравилось? Каран, что вы делаете? Прекратите. Каран, иди сюда, что случилось? Ты с ума сошел? Скажи, в чем дело? Он обругал тебя. Постой. Обругал тебя, понимаешь? Если ты сын настоящего мужчины, давай драться. Что ты прячешься за спину своего отца? Трусишь, что ли? Сынок, он оскорбил нас. Защищай нашу честь. Трудно придется, но надо. Не трогай его ухо! Беги, дядя Хусейн! Там напали на Аджу! Они дерутся! За ухо укусил парнишка его! Вот так, Каран, молодец! Бей его, бей! Давай, сынок, давай! Вперед! Вперед, сыночек! Молодец! Молодец! Нравится, брат. Чей это сын? Ну-ка, Каран, давай, бей его, бей, бей! Это мой сын. Я 7 лет в тюрьме дробил камни, и только сейчас, наконец-то, смогу свернуть кому-то шею. Если твой сын победит моего, я буду драться с тобой. Драка будет до победного конца. Сынок! Это его сын, оказывается! Его! Если вы оставите в покое мою шею, то я смогу что-нибудь предпринять. Пожалуйста. Иди объясни это своему сынку. Каран, сынок, послушай-ка. Послушай же, что я тебе скажу. Если победишь, то мне достанется от его отца. Как? Тебе достанется? Бей его! Ну все, берегись! С дороги! Куда это ты пойдешь? Иди ко мне!
Сейчас я буду делать из тебя отбивную. А сейчас я раздроблю твою голову. Я возьму немного перца. Возьми. Что с вами? Больно, да? Очень. Выпейте щербет, сразу полегчает. Пейте, скорее пейте. Залепите. Давайте, давайте. Ну что, помогло? Убью! Подлец! Негодяй! Получай! Бесстыдник! Убью! Все, тебе конец. Так, издеваться на Хосея. Папа! Не зови папу. Он тебе не поможет. Поторопись, сынок. Ну, скорее, лечи. Лечу, лечу. Полегче, полегче. Папа, ты молодец. Ты так дрался. Сначала ударил правый, потом левый. Ты его уделал, понимаешь? Пап, а может быть, ты начнешь драться на ринге? Столько денег заработаешь. Давай, пап. Сынок, ты что хочешь, чтобы я каждый день вот так страдал? Лучше полечи мне плечо, а то очень болит. Лечу, пап, лечу! Мама! Папа. Папа. А моя мама какая была? Красивая? Да, сынок. Твоя мама была очень красивая. Ты очень любил маму. Да, сынок. Ты, наверное, часто вспоминаешь ее. तू ही तू दिल में रहे क्या
कहूं तेरे बिना एक पल भी ना कटे ये मेरी सांसों में भी तेरी ही खुशबू रहे तू लहू बन के सनम जिस्म में मेरे बहे हे 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 चाहता हूँ इतना तुझे चाहता हूँ इतना तुझे के रंग से मांग तेरी भरूंगा प्यार की हद से ज्यादा प्यार तुझको करूंगा तेरे हम सारे लेकर हर खुशी तुझको दूंगा दूर मुझसे ना जाना मैं तो जी ना सकूंगा जान से बढ़ के है तू मेरी जान तू जान ले जान भी दे दूंगा मैं मांग के तू देख ले हे 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 चाहता हूँ इतना तुझे हे 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 चाहता हूँ इतना तुझे कहूं तेरे बिना एक पल भी ना कटे ये मेरी सांसों में भी तेरी ही खुशबू रहे तू लहू बन के सनम जिस्म में मेरे बहे हे 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 चाहता हूँ इतना तुझे चाहता हूँ इतना तुझे चाहता हूँ इतना तुझे चाहता हूँ इतना तुझे Прости, что я тебе напомнил о маме. Прости, пожалуйста. Прости меня. Каран. Каран. Сынок. Давай-ка мы с тобой поужинаем. Дядя, вот возьми ее. Что это с тобой? Куда пошла? Ко мне? Нет, дядя, сегодня у меня плохое настроение. Не торопись, постой! Что это? Что это со мной? दुधवा बनाए मलाई अरे दुधवा बनाए दही सुनो तेरी मेरी जोड़ी जम जाए तो लाइफ हो जाए सही तो लाइफ हो जाए सही देवा 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 Nah.
Да что же это такое? Нет, Виджанти. Нет, нет, нет. Нет! Тихо, тихо! Что ты так кричишь? Что с тобой случилось? Как же не кричать? Куда ни посмотрю, везде мне он мерещится. Будто кроме него не на кого смотреть. А тебе и смотреть не надо. Что? Правду тебе говорю. Ходишь весь день, сама не своя. Кричишь, как торговка рыбой. Небось и пропахла вся, как рыба. Не знаешь, какое сейчас время? Чтобы заманить мужчину, надо приодеться, себя показать. А ты бегаешь да кричишь. Как это показать? Один мой знакомый, Сатиш Кула, очень хороший портной. Он шьет для моделей, для таких моделей. Он из тебя такую куколку сделает, и вся твоя проблема решится сама собой. Я люблю тебя, дядя. चिंता मत करो भैया बिल्कुल संभाल के चलाऊंगा осторожней осторожней Нарисуй меня настоящим мужчиной, иначе голову снесу и детям твоим не поздоровится. Успокойся. Я тебя таким нарисую, что все остальные мужчины померкнут перед тобой. Увидишь. Так будет готов портрет или нет? Да он готов, готов, посмотрите. Негодяй, ты что изобразил? Я убью тебя! Башку оторву! Моя... Бабуджи, держи! Держите меня! Я падаю! Падаю! Странно. Почему ты лопнул канат? Извините меня, пожалуйста. А за что извиняешься? Лучше на меня посмотри. Как тебе? Нравится моя модная одежда? По-моему, неплохо, да? А, как думаешь? Кажется, клюнул. Здорово!
Вот так лучше, сейчас ты очень красивая. Очень красивая? Да, просто красавица. Ты красавица. Ты правда считаешь меня красивой? Да. Ты очень красивая. Господи, неужели? Да. Неужели ты это увидел? Очень красивая. Правда, очень-очень красивая. Превосходная. राहों में कोई मिल जाता है, दिल को चुरा ले जाता है, आहा हा, दिल उसी का हो जाता है, लौट के फिर नहीं आता है, सांसों की सांसें रुक जाए, नींद को नींद न आए, दर्द का दर्द बढ़ाए, जब ये दिल खो जाए दीवाना हो जाए चैन को चैन ना आए प्यार से प्यार हो जाए जब ये दिल खो जाए किसी ने मेरा ले लिया दिल के बदले दिल दिया आहा रब से है मेरी दुआ दिल से दिल ना हो जुदा आंखों से आंखें मिल चैन को चैन ना
Смотри, это Виджанти. Что она здесь делает? Чёрт. Пойдем, посмотрим. Странно. Незамужняя девушка хочет молиться за мужчину? Интересно. Давайте посмотрим, кому она пойдет. Смотрите, она идет к Сураджу. Это ты? Сегодня ты просто неотразимая. Я знаю, что ты меня считаешь красивой. Иди со мной. Пожалуйста. Пойдем. Она это делает ради Сураджа. Ну иди же. Зачем ты привела меня на крышу? Сейчас скажу. Встань здесь. Вот так. Ты что это выдумала? Я держала пост и молилась за тебя. За твое здоровье. Что? Что-что? По обычаю, каждая женщина сегодня молится за своего мужчину. И я молилась за тебя. Ты в своем уме? Эту молитву читают только жены за своих мужей. А ты этот обычай превратила в шоу. Опошлила его. Да что ты такое говоришь? Я от чистого сердца сделала это. Кто тебя просил сделать это? Катись отсюда. Ты принес мне счастье, радость жизни, стал опорой для меня. Да что за бред ты несешь? Ты сошла с ума. Да, я на самом деле сошла с ума. Сошла с ума от любви к тебе. Столько мечтала о тебе. Молилась Всевышнему. Я сошла с ума. Все. Виджанти, ты достала меня. Прости, я знаю, ты очень хорошая девушка, душевная, искренняя, но... Ну... Я все поняла. Ты боишься жениться из-за того, что я захочу иметь своего ребенка и не буду любить Корана. Поверь мне, этого никогда не будет. Не огорчай меня, не гони от себя. Умоляю. Я не могу жить без тебя. Прошу тебя, Сурадж, умоляю. Прекрати, это невозможно. Но почему? Почему? Почему невозможно? Потому что моя жена жива. В течение 7 лет я ни разу не произнес ее имя. Но ни на минуту не забывал о ней. Виджанти. Ни одна женщина в мире не заменит мою жену. Никто не заменит ее. Яшпальджи, своим присутствием вы украсили наше торжество. А где Камаль? Ее что-то не видно. Только что была здесь. А, вон она. Почему одна? Простите меня. Камаль, дочка, я привез тебя сюда, чтобы среди людей ты отвлеклась немного. Папа? Не нужно было делать это. Что ты говоришь, Камаль? Идем к людям, побудешь с ними. Пойдем, дочка, поговори с людьми. Все, остановись здесь. Сынок, посиди здесь. Не шуми, я сейчас приду. Окей, хорошо. Вы видели выставку Хабиба? Нет, это красивая выставка. Вы должны увидеть ее. Хорошо. Мы завтра туда пойдем, приходите и вы. Хорошо. Я постараюсь.
Ты? Сэр, я привез бумаги, подпишите их. А, когда позвонит Дата, сейчас перешлите ему те вчерашние. Давай, сынок, давай. Действуй. Спасибо, сэр. Каран? Иду, папа! Лови! Еще раз. Ну-ка, садись. Поехали. Сурач! Сурач! Камаль! Камаль! Сурач! Подожди, Сурач! Сурач! Остановись! Подожди меня! Сурач! Сурач! Подожди меня! Сурач! Камаль! Что с тобой? За кем ты бежишь? Папа, я видела Сураджа. Он едет с моим сыном. Посмотри туда! Ты о нем говоришь? Это мой бухгалтер. Я могу вас отвезти к нему. Поехали. Потом. Я привезу ребенка. Нет, я поеду сейчас. Послушай, уезжай домой, а я через полчаса привезу твоего сына. Стой, все. Приехали. Пап, я здесь поиграю немного с мячом. Хорошо, до вечера. Пока, пап. Вот этот мальчик сын Сураджа. Отдайте мальчика. Отстань. Что вы творите здесь, бандиты? Отдайте ребенка, сволочи. Горе-то какое! Карану куда-то увезли! Нужно сказать Сураджу! Сурадж! 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 Сурач, Карана, куда-то увезли. Я бежал за ними, я узнал их. Это был Яшпальджи со своими людьми. Они увезли его. Слушай, размажи ему голову. Есть, сэр. Эй, Кэ! А?
Бей, папа, бей! Чумгар, замолчи! Скажи своим людям, так будет с каждым, кто осмелится дотронуться до моего сына. Кто только попробует тронуть его, коснуться его. Эй, ты послушай. Избив моих людей, решил, что победил? Я еще приду. Приду. И отниму у тебя ребенка. До этого ты мешал только своему зятю. Но теперь ты осмелился тронуть моего сына. Не смей трогать его. Не то так и забью, что нечего будет сжигать на костре. Поминальном костре. Я знаю, ты сделал это ради меня. Папа, скажи правду. Что, мама не любила тебя? Нет, сынок. Она очень любила меня. Для меня она была больше, чем жизнь. Я... обожал и боготворил меня. Очень хороший бой. Делайте ставки. А если выиграет Джон, что будет со ставкой? Увидишь, Сурадж побьет его. Ставь на него. Иди, иди, не пожалеешь. Ставьте, ставьте, ставьте на Сураджа. Вы говорили, что Сурадж выиграет. Смотрите, что получилось. Подожди, сейчас она придет, и он сразу встанет на ноги. Смотри, что сейчас будет.
Молодец. Я люблю тебя. Смотри, сколько денег я выиграл. Поздравляю. Смотри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давай! Давай, давай! Давай! Милый, нужно сильнее. Давай, давай! Давай! अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। से लगाना है ओ आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। चाहत में तेरी दिल ये मेरा खो गया, समझा था अपना पर ये तेरा हो गया। यारा मोहब्बत ये अनोखी रीत है, जो दिल को हारे बस उसी की जीत है। तू ही मेरा प्यार है, तू ही मीत है, आशिकी में हमको सनम हद से गुजर जाना है। अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। अरे अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है। आके तेरी बाहों में मुझे मर जाना है। Эй, подружка, в чем дело? Что тебе надо? Успокойся, я просто танцевала. Я хорошо знаю таких, как ты. Если еще раз так сделаешь, руку тебе сломаю. Вот увидишь. Поняла? Камаль, что ты делаешь? Перестань, что с тобой, Камаль?
Что с тобой? Отпусти меня, пожалуйста. Успокойся, Камаль, успокойся. Нет, нет, оставь меня. Успокойся, остынь. Я сказала тебе, отпусти меня. Я прекрасно знаю таких девушек. Знаю, что она задумала. Это невыносимо. Перестань. Я все поняла. Я не могу терпеть, когда кто-нибудь на тебя смотрит. Сурадж, я все могу вынести. Любые страдания. Но если ты не оправдаешь моего доверия, нашей дружбе придет конец. Как я могу обидеть свою возлюбленную подобной луне? Нет, нет. Кстати, завтра у тебя день рождения? Завтра я приду к твоему папе с предложением руки и сердца. Ваше присутствие украсило мой прием. Минуту. Господин Гудхари, ваш бокал пуст? Так не годится. Официант, иди сюда, дурак. Как ты ухаживаешь за гостями? Почему бокал пуст? Простите, сэр. Большое спасибо, что пришли. Сурадж! Сэр, пришел тот тип, о котором я вам говорил. Поздравляю. Спасибо. Идем к папе. Где он? Папа? Папа, познакомься. Это Сурадж. Здравствуйте. Что это ты надела? Я по случаю дня рождения такое красивое платье купил тебе. Иди надень его. Ну, папа, это тоже красивое. Иди, дочка, переоденься. Ну, хорошо. Ладно. Иди. Иду. Я сейчас вернусь. Как тебя звать? Сурадж. Хорошее имя. Спасибо. Сэр, привезли торт. Прекрасно. Иди со мной. Это праздничный торт, который я заказал для Камаль. Наверное, никогда в жизни не видел такого. Сегодня я угощаю тебя. Что вы делаете, сэр? Не видишь? Угощаю! Это самое дорогое в мире вино, ты даже не нюхал такого. Я хочу напоить тебя сегодня, пей! Что вы делаете? Прекратите! Ты, ничтожество, хочешь жениться на моей дочери и войти в мой дом, негодяй! Не надо, сэр! Прекратите, папа! Не считайте его молчание проявлением слабости. Он молчит только потому, что вы мой отец. Да будет вам известно, что Сурадж, ваш будущий зять и мой будущий муж. И я ни минуты не останусь в доме, где его не уважают. Идем, Сурадж. तुझको चाहूं मन से तुझको मांगूं जाए तुझ पे वारूं मेरी जान तू ही मन में है तू ही है मेरी जान
Молодец, Сурадж. Люди потом зарабатывают деньги, а ты кровью возьми, возьми эти деньги. Вот, ты их честно заработал, возьми. Спасибо, Мануа. Спасибо. Шукрия. Спасибо. Дил се дил ка я ришта, ман се ман ка я бандхан, джа се джа ка я сангам. है मिलन ये अपना दिल का है ये इरादा मन का भी है ये वादा चाहूंगी जहां से ज्यादा तुझको मेरे सजना साथ में निभाओ दूर अब न जाओ मैं कसम ही खाऊं मेरी जान तू तू ये दिल में है तू तू मन में है तो तू तू ही है मेरी जान कहता है ये मन लौट के आ रहा है तेरा मेरा बचपन आग ले लगाऊं तुझ में मैं समाऊं और क्या मचाऊं मेरी जान Что это? Сэр, можно войти? Да-да. Доктор, все в порядке? Да. Можно взять их? Возьмите. Что вы рассматриваете? При нашей профессии не обойтись без ранений. Каждый раз бывает. Надеюсь, ничего серьезного, дело не дойдет до пенсии. Речь идет именно о пенсии. Тебе придется быть очень осторожным. Посмотри на снимок твоего мозга. В этой части мозга... повреждение. Из-за него тебе придется оставить свою профессию. Боюсь, тебе больше не драться на ринге. Прости меня, дорогой. А в будущем? И в будущем вряд ли. Потому что если удар придет сюда еще раз, то возможен инсульт, паралич и, к сожалению, смерть. Дело очень серьезное. И ты должен... поберечь себя.
Да, доктор, я вас понял. Но прошу вас не говорить об этом Камаль. Она ждет ребенка и очень расстроится. Хорошо, Сураж, но ты... Доктор, я понял вас и буду осторожным. Спасибо. Зайдите. Секунду. Привет, дорогая. Привет. Как дела? Хорошо выглядишь. Спасибо. Что это? Витамины. Две упаковки, чтобы ты была такой же здоровой, как и я. Что сказал врач? Он сказал, будешь жить 100 лет и родишь 11 детей. Сурадж, брось эту работу. А вдруг завтра что-нибудь случится? Прошу тебя. Минутку. Удивительно, и малыш говорит то же самое. Раз мать и сын так думают, то и я обещаю, слово даю. Что это такое? Это приглашение на свадьбу? Ты поедешь? Нет. Почему? Там будет папа. А я не хотела бы с ним встретиться. Не хотела бы. Да не глупи ты. Поедешь на свадьбу, я завтра же заказываю тебе билет. Хорошо? Окей. Поздравляю вас. Спасибо. Камаль, как я рада, что ты приехала. А где твой муж? У него срочная работа, поэтому я приехала одна. Но он прислал тебе подарок, чтобы ты не обиделась. Как мило. Камаль, ты приехала издалека в таком положении, наверное, проголодалась. Иди поешь что-нибудь. Не хочется, я перекусила в дороге, не стесняйся. Я сейчас приду. До встречи. Пока. Вот это настоящая пара. Джан достался такой жених, а тебе такой зять. А мне, видно, не суждено было. Анкл, дядя, после такой разлуки вы встретились с дочкой и такое бессердечие. Вы желаете ей счастья или нет? Сейчас она счастлива, очень счастлива. И вы, наверное, не знаете, она беременна. А вы сердитесь. Как же так? Дядя. Простите меня, папа. Я огорчила вас. Простите меня. Ну хорошо, дочка, я поеду. Береги себя. Как же так, папа? Приехали сюда и не зайдете в дом? Нет, Камаль, я не могу видеть Сураджа. Я его... Папа, Сурадж не держит зла на вас. Он будет рад вам. Ну идем, папа, идем. Ну хорошо. Заходите, папа. Он даже не знает о моем приезде. Очень удивится, увидев нас вместе. Проходите, папа. Дайте мне. Садитесь. Он, наверное, в спальне. Сейчас я удивлю его, а вы присаживайтесь. Я сяду.
Ты? Как ты осмелилась прийти в мой дом? Надела мое ночное белье. Подумаешь, надела. О чем ты говоришь? Я согрешила с твоим мужем. Я спала с ним. Что ты делаешь, Камаль? Я убью ее. Опомнись, перестань. Убью. Камаль. Перестань, я сказал. Оставь меня, папа. Ей не жить. Она спала с ним. Она с ним спала, папа. Камаль, отдай нож, что случилось? И ты меня спрашиваешь? Сначала скажи мне, что здесь делает эта девка. Что? Что ты здесь делаешь? Вот это да. Увидел жену и начал притворяться? Любишь развлекаться, так имей смелость признаться. Расскажи, как провел ночь со мной. Что ты мелешь чепуху, что ты болтаешь? Это ты мелешь чепуху. Сурадж, скажи всю правду. Скажи честно. Что здесь было? Камаль, я не знаю, что здесь происходит. Кто она, откуда появилась, ничего не знаю, ничего. Не лги мне. Это что такое? Как появились здесь эти следы от помады? Откуда они взялись? Не знаю, клянусь тебе, Камаль, я ничего не знаю. Скажи, скажи! Ты об этой сережке? Ничего не знаешь? Отвечай же, отвечай! Я сказал тебе, что ничего не знаю. Камаль, Камаль, прекрати! Подлец, лгун! Послушай меня, я правду говорю, выслушай меня, Камаль! Что ты сделал? Что ты натворил? Как ты смел? Прекрати, Камаль! Оставь меня, не трогай, пусти! Камаль! Пусти меня! Ты с ума сошла, прекрати! Не трогай меня! Пусти! Ты мне больше не муж! Я для тебя умерла! Да-да, умерла! Камаль! Камаль! Прочь ты загубил ее, дочка, доченька! Кто-нибудь, скорую помощь! Кто-нибудь! Папа, ради него я порвала с вами, порвала со всем миром, а он предал меня. Я никогда не прощу его. Никогда. Я не смогу его простить. Никогда. Поздравляем вас, Хусейн, родился мальчик. Вы стали дедушкой. Этот ребенок не должен жить. Почему, сэр? Он появился сегодня, чтобы восстановить ту связь, которую я разорвал. Я не позволю восстановить ее. Мадеш! Убей его! Убей! Мадеш! Вот он. Сурадж,
Жена не верит тебе. Тесть хочет убить твоего сына. Беги с ним, если хочешь спасти его. Беги отсюда с сыном, если хочешь спасти его. Сурадж, беги! Беги отсюда, Сурадж! Беги! Я все потерял. Всего лишился. Эти 7 лет жил как во сне. Посмотрели читара. Папа. Папа, те люди меня не разлучат с тобой. Я не смогу жить без тебя. Не смогу жить без тебя, папа. Какой умник дает вам такие глупые советы, спрашиваю я вас. Зачем надо было так поступать? В конце концов, есть же закон в нашей стране. Он изменил жене, украл ребенка. Ничего, я этого Сураджа быстро выведу в суде на чистую воду. Меня зовут Махолтре Катре, и я знаю свое дело. Но вам придется делать то, что я прикажу. В суде бывают разные обвинения, правдивые и не очень. Иногда приходится прибегать ко лжи. Но, Камальджи, я уверен, что вы пойдете на все ради своего ребенка. Только слушайте и поступайте так, как я скажу. Я могу? Я могу рассчитывать на вас. Скажите мне, командир. Не желаю слушать твои объяснения. Яшпал Чоудри — совладелец нашей компании, поэтому его врагу не место здесь. Все, ты уволен. Тетя, что, Сураджа уволили? Да, дочка. Недаром говорят, пришла беда, открывай ворота. Ему совсем плохо. В доме нет маковой росинки, даже воды. Не волнуйся, тетя, я помогу ему по дому. Отнесу воду, дай мне. Позволь. Мимса? Госпожа, его дом напротив. В доме есть кто-нибудь? Камаль? А вы? Где Сурадж? Вы Камальджи? Сурадж! Я спросила, где Сурадж? Он каждый день работает. А вы присаживайтесь. Я постою. Не стоит беспокоиться. Том, ты здесь живешь? Считай так. В качестве кого здесь живешь? Ни в каком качестве. А ты знаешь, как люди называют женщин, которые вот так живут с мужчинами? Их называют сожительницами.
если в наше время люди называют сожительницей миру Кришны, то и я сожительница Сураджа. Считайте так, если хотите. С меня хватит. Я пришла не для того, чтобы смотреть на ваш разврат. Я пришла, чтобы швырнуть тебе в лицо повестку в суд. Я отниму у тебя своего ребенка. До встречи в суде. Камаль. 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 Ваша честь, сегодня будет заслужено самое необычное с точки зрения закона дело. Оно не связано ни с воровством, ни с разбоем. Это дело несчастной матери, у которой украли ребенка сразу после рождения. И сделал это не какой-то бандит, а ее муж и отец ребенка. Посмотрите на него. Ваша честь, для дачи свидетельских показаний прошу вызвать медсестру Белькизбану, которую в ту ночь дежурила в больнице. Прошу вызвать ее. Разрешаю. Белькизбану, что вы видели в ту ночь? Я видела, как этот мужчина, избив менеджера Яшпальджи, убегал с ребенком. Да? Я закричала, охранники пытались его поймать, но он избил их и убежал. Спасибо. Пожалуйста. Ваша честь, этот человек похитил ребенка с единственной целью — получить за него выкуп у матери, дочери богатого, всеми уважаемого человека, миллионера. Это плохой, подлый и безнравственный человек. Это ложь, господин судья. Это правда, ваша честь. И я могу привести убедительные доказательства. Хусейн Бахши! Хусейн Бахши, расскажите, как началась ваша дружба с Сураджем? Господин адвокат, у нас общее увлечение, да? Каждый раз, когда он выпивал со мной, повторял одно и то же. Что он говорил? Мой сын, мой капитал. Когда жена придет за сыном, я потребую хороший выкуп. Господин судья, это чепуха, он мой враг. Я с ним не то что вина, я с ним воды никогда не пил, он подкуплен. Не он подкуплен, мистер Сураш, а ты! Ваша честь, в доказательство своих слов я прошу вашего разрешения вызвать миссис Комаль. Разрешаю. Камальджи, требовал ли мистер Сураш у вас деньги за возвращение ребенка? Я вас спрашиваю, миссис Камаль, требовал Сураш 20 миллионов рублей за возвращение ребенка или нет? Почему вы не отвечаете, миссис Камаль? Так что, требовал Сураш деньги или нет? Вы никогда не вернете ребенка, если будете действовать в рамках закона, не вернете. Никогда. Требовал Сураш деньги или нет? Да. Мой муж требовал деньги. Мистер Сурадж, вы хотите что-нибудь сказать свое оправдание? Я вас спрашиваю, мистер Сурадж, вы хотите что-нибудь сказать в свое оправдание? Суд выяснил все детали этого дела. Было доказано, какую цель преследовал мистер Сурадж, похищая ребенка.
Ради денег он осквернил супружеские отношения. Если ребенок останется с ним, у него нет будущего. Поэтому суд решил передать его матери. Это верно, что Всевышний создал меня, но папа подарил мне жизнь. И я хочу сказать, я люблю тебя, папа. किसकी नजर लग गई तेरा मासूम चेहरा याद आएगा हर पल मुझे तू चला जाएगा तो कौन पापा कहेगा मुझे वो रिश्ते क्यों जोड़ता है वो रिश्ते क्यों तोड़ता है Со вчерашнего вечера ты ничего не ел. Съешь хоть немного. Ну, давай. Давай, поешь. Каран, прошу тебя. Что, не хочешь есть из моих рук? Ведь я твоя мама. Ты любишь моего папу? Ты любишь его? Ты не можешь быть моей мамой. Не можешь. Уходи. Уходи, я не хочу тебя видеть. Уходи. 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 Кто разбил мое окно? Кто это сделал? Я разбила, я. Что ты мне сделаешь? Ты что, свихнулась? Это не я, это ты свихнулся. Сколько тебе заплатили за ложные показания в суде? Сколько? Сколько ты заработал? На чужой беде, отвечай! Кто ты такая, чтобы учить меня? Хусейна! Себя называешь Хусейном? А знаешь ли ты, кем был Хусейн?
Он внук пророка Мухаммеда. Он пожертвовал собой. И придется тебе ответить за все. Придется. Иначе ты не Хусейн. Имя носить такое не можешь. Подлец. Ты лгун. Сэр, все празднуют, и в этом ваша большая заслуга. Адвокат говорит чистую правду. Если бы вы не вынесли решение в нашу пользу, то... Минутку, господин Ешпаль. Я принял решение не в вашу пользу, а на основе доказательств и правдивых свидетельских показаний. Это было решение в пользу истины. Красиво звучит. Лучше не скажешь. Поднимем тост за это, господин судья. Вина не пью. Я пришел по вашей просьбе, чтобы разделить вашу радость. И воля ваша. Извините, сэр. Можно вас на минутку? Извините. Пожалуйста. В чем дело, Мадеш? Почему беспокоишь меня? Сэр Сурадж пришел, стоит у ворот. Осмелился прийти к моему дому. Убирайся отсюда. Я уйду, сэр. Уйду. Только разрешите на 2 минуты встретиться с моим сыном. Пришел просить. Проси, как просят нищие. Встань на колени. На колени! Сложи руки и проси как милостыню разрешение встретиться с сыном. Слышал? Проси как милостыню. Разрешите встретиться с сыном на несколько минут. В этом доме не подают милостыню. Убирайся! Прочь отсюда! Вон! Здорово! Как вы проучили его? Ушел, как побитая собака. Надолго запомнил. Не знает, с кем связался. Гусь свинье не товарищ. Пойдемте, продолжим праздник. Пойдемте. Да-да, пойдем. Он же раздавит вас! Господин комиссар, говорит Яшпаль Чоудри. В мой дом проник бандит, рушит все подряд. Срочно пришлите полицейских, наша жизнь в опасности. Поторопитесь, пожалуйста. Каран,
Каран! 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 Папа! Папа! Каран! Тебя забрали у меня. Папа, увези меня отсюда, пожалуйста. Увези. Да, сынок. Пойдем. Бездельник. Если умрет, так ему и надо. Убирайся отсюда. Папочка! Сынок. Папа! Папа! Господин судья, какой вы молодец. Вы, конечно, считаете его виновным. Вы накажете его и приговорите к смертной казни. Но его единственная вина в том, что он очень любит своего сына. И он всю жизнь будет жить с этой виной. Если есть у вас сердце, вы разберетесь в том, что он невиновен. Умоляю вас, господин судья, умоляю, помогите Сураджу. Выходи, за тебя уплачен залог. Мистер Сурадж, закон подобен путнику, который ищет дорогу. Разница в том, что он ищет ее на основе доказательств и показаний свидетелей. На том заседании я принял решение на основе лживых показаний, данных суде против вас. Но вчерашние события открыли мне глаза. Подайте прошение на пересмотр дела. И уверяю вас, я не пожалею сил для восстановления справедливости. Я спрашиваю, на каком основании пересматривается это дело? Ведь на первом разбирательстве уже было принято решение. Что за цирк вы устроили? Мистер Чудри, вы вмешиваетесь в судопроизводство. Но, господин судья! Если вы не замолчите, это будет расценено как оскорбление суда. Джашпальджи, помолчите. Сураджа освободили. Как бы вам не пришлось сесть за решетку, не возникайте.
Начинайте. Благодарю, Ваша честь. Прошу разрешения вызвать мисс Камаль для дачи показаний. Разрешаю. Прошу вас также вызвать Карана. Разрешаю. Миссис Камаль, поклянитесь, положив руку на голову сына, что ваш муж требовал выкуп за его освобождение. Вы меня слышите? Поклянитесь именем сына, что мистер Сурадж требовал 20 миллионов за освобождение сына. Я обращаюсь к вам, миссис Камаль. Клянитесь! Повторите еще раз. Сколько денег он требовал у вас? Клянитесь! Ваша честь, по-моему, нет необходимости разъяснять суду что-либо еще. Благодарю вас, Ваша честь. Господин судья, разрешите и мне сказать. Пожалуйста. Господин судья, я признаю, что мать солгала для того, чтобы вернуть ребенка. Вы, конечно, можете отдать ребенка отцу, но прикажите ему принять от меня чек на 10 миллионов рупий, потому что он не в состоянии дать сыну достойное воспитание. Господин судья, я 7 лет воспитывал своего сына и дальше смогу воспитывать. Мне не нужны подачки от этого господина. Да-да, тебе подачки не нужны. Ты купаешься, просто купаешься в деньгах. Ваша честь, все прекрасно знают, как он живет. Его в любую минуту могут вышвырнуть из дома, потому что он лишился работы. Это все знают. Мистер Яшпаль, оказывай тебе милость этой подачкой. Иначе тебе придется отдать суду 1,5 миллиона рупий в качестве залога. Ну как? Понял? Что, молчишь? Признайся, что не сможешь воспитать своего сына, скажи это. Я смогу воспитать своего сына, слышал? Я смогу воспитать его. Неужели? И ты сможешь дать суду 1,5 миллиона в качестве залога? Да, смогу. Господин судья, он утверждает, что может дать суду 1,5 миллиона рупий в качестве залога. Это интересное заявление. Я предлагаю, если не сможет, то я просто прошу, уважаемый суд, ради благополучия ребенка, отдать ребенка матери навсегда. Согласен? Согласен. Мистер Сурадж, вы в полном здравии утверждаете, что за этот срок сможете собрать 1,5 миллиона рупий? Да, господин судья. Мистер Сурадж обязан в течение 3 месяцев представить суду в качестве залога 1,5 миллиона рупий. Если он не выполнит своего обещания, ребенок будет отдан матери навсегда. Приняв наши условия, ты навсегда распрощался с сыном. Тебе эти деньги не то что за 3 месяца. За 3 жизни не собрать. Хвастун! Яшпаль Чаудри, к сожалению, придется признать, что ты любишь выигрывать, но не умеешь играть. Что такое 1,5 миллиона? Если бы ты назвал сумму 150 миллионов, я бы их швырнул тебе в лицо!
Молодец, папа! Молодец! Давайте, давайте. Кто следующий? Сколько ставите? Платите. Так, деньги сюда. Сурадж! Как я рад тебя видеть! Где ты пропадал, Сурадж? Я без тебя совсем разорился. Слава Всевышнему, что он прислал тебя! Слава Всевышнему! Ты с ума сошел? Снова хочешь вернуться на ринг? Если хищника 7 лет держать в клетке, а потом выпустить на волю, даже он забудет, как охотиться. Ты 7 лет не выходил на ринг. Зачем подвергаешь себя опасности? Зачем? Сурадж, подумай. Речь идет не об обычном бое. Я говорю о бое, который бывает всего лишь раз в году. Победа в нем стоит 2,5 миллиона. Ты в своем уме, о чем ты говоришь? Минуту. У тебя ведь рана в мозгу. Врач запретил тебе драться. Друг, прошу тебя, не рискуй. Не дай бог, помрешь. Да я и так уже умер в разлуке с сыном. Если хочешь, чтобы я жил, помоги вернуть его мне. Как я тебе помогу? Кто вложит деньги в твои тренировки? Кто будет тебя тренировать? Я. Я совершил большой грех, разлучив тебя с сыном. Теперь хочу сделать благое дело. Надеюсь, после этого смогу предстать перед Всевышним и пророком Мухаммедом. Мадеш, ты принес отличную новость. Итак, Сурадж снова выходит на ринг. Но в этот раз он не должен остаться в живых. Не беспокойтесь, сэр, все будет сделано, вы только взгляните. Мадеш, подкупи этого иностранца и скажи ему, что он должен не просто победить Сураджа, а уничтожить его. Я привык побеждать. И в схватке с Сураджем победа будет за мной. Клянусь! Прошу тебя, защити моего папу.
О, Всевышний! Лакшман и Сита помогали тебе в борьбе против ракшасов. Во всех сражениях всегда рядом с тобой был верный Хануман. Сурадж один на один борется со всем миром. Сегодня настал час испытания. Умоляю тебя, помоги ему, защити его. Умоляю. Зачем ты звала Сураджа? Кто ты? Это я разбила ему жизнь и разлучила с женой. За этот грех Всевышний наказал меня. Смотри, все тело в струпьях. Муж бросил меня. Все болит и ноет. Я хочу покаяться. Я хочу, чтобы он простил меня. Если Сурадж простит меня, может, и Всевышний меня простит. Ты вовремя пришла. Пойдем со мной. Пойдем. Камаль! 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 Выходи! Как ты посмела прийти сюда? Вон из моего дома! Убирайся, продажная женщина! Ты меня оскорбляешь? Кем ты себя возомнила? Мне все равно, что ты обо мне думаешь. Лучше выслушай меня. Узнаешь ее? Вглядись получше. Смотри же! Подумаешь на дело? Я согрешила с ним. Я спала с ним. Так это ты? Да, это она рассорила тебя с мужем. Расскажи ей всю правду. Давай, все как было, чтобы она больше не обвиняла меня. Давай, рассказывай. Камаль, у меня ничего не было с твоим мужем. Это был заговор против твоего мужа. Он ни в чем не виновен. Мне дали ключ от твоей квартиры.
И я вошла в нее. Сурадж был в спальне и спал. И это я сделала своей помадой пятна на его рубашке. И это я прикрепила сережку, чтобы ты поверила, будто ту ночь он провел со мной. Это твой отец велел мне сделать такую подлость. Да, ты дочь очень богатого человека. Но я в жизни не видела женщины беднее тебя. Где твое женское счастье? Где счастье материнской любви? А ведь муж и жена должны жить в любви и согласии. У меня нет мужа. Но не ты, а я была готова все отдать ради счастья Сураджа. Да, я. Но он даже не смотрит на меня, потому что он любит тебя. И только тебя. А что ты знаешь о своем сыне, ради которого вы затеяли суд? Знаешь ли ты, что если бы Сурадж не убежал с ним из больницы, то твой отец убил бы твоего ребенка? Понимаешь? Убил бы твоего сына. А брошь на твоей груди говорит о том, что ты не смогла забыть его и до сих пор любишь его. Любишь. Через полчаса Сурадж будет драться на ринге ради своего сына. Его жизнь в опасности. И только ты можешь спасти его. Иди, спаси своего мужа. Спаси своего Сураджа. Спаси его. Спаси свою любовь. Он ни в коем случае не должен остаться живым. Слушай меня внимательно. Мне только что сообщили из достоверных источников, что компания, в которой работает Сурадж, обанкротилась. Так вот, я хочу, чтобы ты уничтожил его окончательно. Ты слышишь меня? Делай, что хочешь, но прикончи его. Как я разорвал с ним все связи, так и ты уничтожь его физически. Я хочу видеть его мертвым, ты понял? Дочь дала мне пощечину. Моя дочь. Дочь! Нет. Тебя ударила женщина, которая в суде дала ложные показания против своего мужа. Жена, которая не смогла защитить счастье супружеской жизни. Тебя ударила мать, которая была вынуждена жить в разлуке со своим сыном.
Что ты сделала с собой? Я наказала дочь, которая подняла руку на своего отца. Защити его. О, Всевышний, защити. Теряй времени! Давай действуй! Прикончи его! Убей его! Должен победить. Давай. Бей. Подходи поближе. Ну, давай. Бей еще. Еще раз. Бей. Бей. Отвечай ему, бей сильнее!
Ты куда? Поздравляем! Молодец! Ура! Иди к своему папе. Папа! Сурадж, сынок, я никогда не терпел поражений. Всегда побеждать стало моей привычкой. Но твоя воля одержала верх надо мной. Сегодня я понял главное. Ты был прав. Ты не побоялся ради своего сына смотреть смерти в глаза. А я ошибался и принес столько несчастья своей любимой дочери. Я не буду просить прощения у вас, потому что не заслуживаю его. Вы что, убегаете от наказания? Вас все равно накажут. Малыш, я готов понести любое наказание. Ну-ка, встаньте на колени. Я сказал, встаньте на колени. А теперь, милый дедушка, обними меня. На русский язык фильм озвучен студией «Формат АВ».